перевести взгляд. Первое – это бегущая вода, второе – это горящий огонь, и третье – это когда другой человек работает. Тоже работает. Вот я говорю, вот вы говорите, а зачем это все надо? Вот есть такие вещи, люди смотрят так в окно, он работает, они смотрят. Вы нас все с удовольствием. И вы свое, а они свое, там кто-то как. Такой совместный такой, так. Здесь точно не должно быть совершенно какого-то обязаловка. Раньше была. Была разнарядка, сколько человек от какого предприятия. А теперь это стало традицией. Вот, наверное, вот а вы свой двор убрали? Свой двор там, где живу конкретно, да. Он чистый. Там очень хорошо служба работает, там нечего делать. Вам повезло. Ну, в какой-то степени, да. А вы занимаетесь этим? Честно. Вот у вас теперь фитнес сегодня. Ну, смотри на меня. Мне какой фитнес? Мне 55 лет, а я такой красавчик. Я так думаю, через 20 лет мы всю землю мешки перекопаем. Это, кстати, гумус. Гумус, да. Мы его выбираем. Знаешь, на огород какая польза. Что вы без охраны ходите? Не боитесь? По-честному, боюсь. Считаю, что это. Считаю, как бы. С граблями люди со всех сторон. Так что только рука в кармане, все сразу. Без охраны это сложно. Против пистолета, грабли. Когда убили президента Кеннеди, я понял, что никакая охрана не обеспечит. Только твое поведение, жизненная позиция. Есть гарантия. Маячок на автомобиле. Прекрасная вещь. Кто-нибудь видел? Кто-нибудь видел его включенную когда-то? Ну, я не знаю. Не включаю. Здесь не включаю, но машина это не только служит для поездок по городу. Это, как вы видите, джип. Мы выезжаем в очень далекие районы, иногда это переезд по несколько дней. Читал про это, про маячок. Но весь вопрос в том, кому он помешал. Я хоть раз его включил, ты пожалуйста. И никто не может, потому что таких нет. А в принципе она должна быть, это по закону оснащается. Автомобиль оснащен средствами безопасности, средствами приоритета. Вопрос, пользуйтесь ли вы, пользуйтесь, когда это необходимо. Пока что это было два раза. По полтора года. Но был случай, когда было. Вам спасибо большое. Пожалуйста.